Вставай. Такое видео нельзя показывать. Да? Маленькая девочка. О, пошла реакция. Вот так он, да. Мы отряхнулись. Пошли исследовать мир. Да, маленькая девочка. Мордастенькая такая козявочка. Жирная козя. Ой, куда мы побежали? Ты же прятаться хочешь? Да. А почему бы и нет, скажи? Но все равно надо на позишн идти. Моя ласточка. Юля, боюсь, что у нас видео будет сегодня печалька. Угу. Будем надеяться на лучшее. Что там такое? Аккуратно, аккуратно. Мы уже берем барьер. Да? Сонная креветочка. Ну, давай побегай. А ну, возьмите ее в ручки. И что? И просто поверните мордой ко мне. И мордой? Вот так? Да, на фоне. О, красотуля. Вот она прямо на вас смотрит. Да, моя красотуля. А теперь попробуйте тем-тем. Да. Шладенький тем-тем. Не? Вообще никак? Мы не реагируем? Почему это так? Что же это такое? Да? Что там происходит? Интересно. Ну все, пускайте, она не в настроении. И в свету полегла. Да? Вы хоть поедите? Ты красивая девочка. Ушаченькая. О, о. Ты смотри. Что происходит там? Розочка издает какие-то странные звуки. Ой. Ой, какая-то крейзи розочка. Да? А ну цапани розочку. Попробую на вкус. Раздражает звук. Да нет, она, по-моему, вообще не реагирует. Да? Красивая такая маленькая. Девочка-креветочка. Вот так вот. О, молодец. Моя красивая уточка. Да? Ты-то юнешка? Такая лупоглазенькая девочка. Да, вкусную розочку кушает. Козявочка. О, так, маме нет, все равно. Иди, Катя. На. Возле игрушек хорошо, возле мамы лучше. Да, скажи, мама сюда почухает. Мама сюда приласкает. А чем-чем? А чем ты мне дашь? Не? Ну, давай. Сказать, не хочу. Никак, сонная не тетирочка хочу. Наша. Она ну, решила... Сейчас все такие будут, они уставшие. Замоченные. Ну, надо что-то отснять хотя бы. Лапуська.